Седьмой раз зареченские школьники отправляются дорогой славных побед. Волгоград, Ржев, Прохоровка. Каждую весну наши ребята посещают места, навсегда вошедшие в историю Великой Отечественной войны. В этом году отдали дань памяти всем детям блокадного Ленинграда. Цель поездки – мемориал Тани Савичевой в поселке Шатки Нижегородской области. Мы давно ждали эту поездку, нам довольно-таки давно о ней объявили, и мы перед этим в интернете посмотрели, прочитали про Таню Савичеву. Ну, мы до этого знали, но больше какой-то новой информации для себя открыли. И вот загорелись за этим и захотели поехать. Да. Ребята, конечно, приезжают, во-первых, на эмоциональном подъеме, несмотря на то, что довольно трудно им слышать некоторые вещи, которые им там рассказывают экскурсоводы в музеях, когда они посещают мемориал, возлагают цветы. Но, несмотря на это, они все равно возвращаются с какими-то положительными эмоциями. Наверное, это счастье от осознания того, что им всего этого не пришлось испытать. И юные зареченцы хорошо понимают, своей сегодняшней мирной жизнью они обязаны тем, кто 70 лет назад прошел через войну. Они сражались за нас, за будущее поколение, поэтому я считаю, об этом нужно помнить и никогда не забывать. Их подвиг для нас навсегда останется бессмертным. Мы клянемся, что будем вечно благодарны тем, кто до сих пор среди нас, и будем помнить вечно тех, кого уже с нами нет.